Всем привет, друзья! В такой прекрасный солнечный день с ребенком собрались, наварили кашки, взяли с собой косточек с мясом и выезжаем кормить бездомных собак. Поехали с нами! Всем привет! Я сегодня за оператора. Тут так интересно закрыли территорию, где они живут. Поставили такой бетонный блок. Как мы, Алина, будем туда перелазить? Как-то обойдем, да? Легко. Сейчас как-то обойдем. Вон они уже. Конечно, не вижу. Иди кушать, иди сюда. Ладно, я тебе ложу. Боишься? Все, мы уходим. Да, это, наверное, вожак. Вот это, смотри, рыженькая схватила косточку. А другая подбежала, забирает у нее. Ты чего забираешь, а? Вот такая у собак иерархия. Ладно, поедем дальше искать животных. Будем кормить. У нас еще кашки много. Подписываемся на канал, друзья. Кто не против поддержать, ссылка в описании. Иди ко мне, хорошая, ну, иди ко мне. Собачки тут немножко такие, они пуганные. Их, я так понимаю, ругают. Здесь кто-то где-то обижает. Это в любом случае. Потому что мы только что пришли, тут их, наверное, штук 20-30. Они все разбежались. Полностью все разбежались по разным сторонам. Сейчас мы тогда им насыпем покушать. Иди сюда. Вот она уже хотя бы одна подошла. Потому что вам сейчас холодно. У нас в регионе, я так думаю, в принципе, и у вас. Везде у нас сейчас в данное время зима. Ну чего ты гавкаешь? Мы же тебя покормить пришли, а ты как будто нас есть хочешь. Иди сюда. На, иди сюда. А ну, Алинка, покажи собачку, какая она, смотри. На. Отсюда подойди, отсюда сюда. Иди давай кушай, потому что сейчас другие придут. Ты такая, я вижу, она хромает. Эта собачка хромает. Тебя могут прессовать другие собаки. Сейчас мы тебе еще косточку дадим. Вот именно на этой локации очень тяжело искать собак. А я, например, когда прихожу кормить животных, я стараюсь так, чтобы смотрю, например, у кого какие-то когда дефекты. Вот это, например, немножко хромает собака, там какая-то покусанная или еще что-то. Я стараюсь вот тех вот накормить, которые более слабее. Потому что более сильные, они выживают всегда, как бы они забирают у более слабых. Потому у меня вот такая вот привычка. Ну, в принципе, еще и вам показать, какие животные. Как бы так. Да, зимой все-таки в любом случае. Зимой нужно кормить, если есть такая возможность. Кушай, моя, кушай, хорош, кушай. Где же твои братья, друзья? Поразбегались все. Пришли только что на локацию. Здесь было что-то 30, не меньше. И все, уже ни одной. Точнее, одна. Все остальные убежали. Так, наверное, давай тебе, наверное, и косточку дадим. А где тут косточки у нас есть? Где-то есть такая вот с мясом вкусная косточка. Я думаю, так, подожди, такую вот косточку будешь кушать? Я думаю, с руки ты вряд ли будешь кушать, но хоть... Давай я положу сюда, давай иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Смотри, как она бедненькая хромает. Алина, иди сюда, посмотри, какая она бедняжка. Вот
Это девочка. Девочку? Да, да, девочка. Так идет у нее лапки. Все, она уже убежала за поворот. Все, Алинка. Идем, ладно, идем, тогда нас насыпать другие. С другой стороны, хотя, конечно, получится или нет, они тут разбегаются. Все. Идем, другой насыпем. Смотрите, здесь очень много будок. Вот так вот. Покажи, смотри, сколько здесь. У нас животных живут. А вот, друзья, как? Пишите комментарии мне. Кормите, как бы, животных или нет? Именно тем, кому это нужно. Потому что все-таки домашние животные у меня тоже, у самого две собаки. Они, в принципе, как бы не голодные, потому что живут они в квартире, плюс в загородном доме. А здесь животные, они живут, видите, на снегу, зимой. В любом случае, нужно их подкармливать. Так, затвердела кашка немножко. Это я приготовил им с мяском, жиром, потрошка. И перловка. Ладно, я думаю, что придут сюда. Вот так вот живут здесь, смотрите, они. В принципе, смотри, тут им Алина нормально. У них специально от ветра вот такие вот ковры. Я думаю, им здесь не холодно, да? Да, да. Там еще внутри есть какая-то одеяльце в каждом домике, так что, я думаю, нормально. Да, да, здесь на самом деле, смотрите, так, никто не цапнет. Вот так вот они живут. О, так там еще и ковролин, смотри, какой толстый, и плюс еще... Толстый такой этот, с матрасов, с этих, с диванов, сейчас вот такие вот поролоны. Да, им тут замечательно. Прикольно. Им тут замечательно. Ну да, только, конечно, одна самая смелая. Она, наверное, конечно, сейчас все придет и съест. Раз другие разбежались. Ой, еще одна, иди ко мне, иди сюда, иди сюда, иди кушай, иди. Иди сюда. Иди ко мне. Иди покушай, потому что сейчас одна все съест, и тебе не достанется. Иди сюда. А ну давай, Алинка, подержи, пожалуйста. Давай, я как-то попытаюсь ей принести, чтобы было все по-честному. Сейчас, потому что это прибежит и все съест. На, на. Иди сюда. Иди сюда, моя хорошая. Я понимаю, ты боишься, ладно. Вот это вот раз она, смотри, боится, я думаю, ее тут вообще поставим здесь, аккуратненько. Смотри, я так положим, на. Тут веток много. На, кушай. Давай, это я отойду. Потому что сейчас другие прибегут. Тут огромные собаки. Тут они здоровые, они просто не дадут покушать. О, молодец, молодец, смотри. Молодец, смотри. Алинка, отойди немножко, отойди. Они боятся, видишь, смотри, вообще. Ну, молодцы, конечно, что боятся. У них, наверное, в любом случае, инстинкт самосохранения. Давай, наверное, еще отойдем. Просто смотри, это уже здесь ходит, она сейчас все за всех заест. Ну даже не честно, тут реально их штук 30. Посмотрите, вот еще будки. Тут будок просто очень много, потому как бы хочется, чтобы разных накормить. В таком месте они живут. О, рыженькая, покушаем. Подошла уже, да? А, и вот даже есть здесь, смотрите. Даже а таких... черная ест, съедает халку. Что-то она там... Иди, подойди к черной.
Потому что сейчас... Оп-оп-оп. Смотрите, как здесь... На какой они такой стройке здесь живут. Сейчас поедем в другое место. У нас еще есть кашка. А вы, друзья, подписывайтесь на канал, кому интересна такая тематика, кто любит животных. Ставим лайки, дизлайки. Разные, в принципе, люди есть. Многие люди вообще говорят, что всех собак нужно отстрелять, всех собак нужно убить. Как бы бездомные собаки вообще не нужны. Многие люди так говорят. Ну, это каждого человека, в принципе, мнение. Каждый человек может думать, как хочет. Мы, например, вообще живем в Украине в данное время, и у нас война, и как бы мы не жалеем, как бы денежку выделяем, чтобы накормить вот собачек. Ну, как бы любим мы животных, потому что и у нас они есть, и в общем. А так уже у каждого из вас, люди, свои мысли, свои действия в жизни, кому что интересно. Сейчас поедем дальше. Еще будем искать животных. У нас еще есть косточки с мясом. Еще есть кашка осталась. Так что, кому, друзья, интересно, подписываемся на канал. Кто тоже, в принципе, с Украины, как бы оставляю карту. У меня в дальнейшем мысли такие, чтобы более этим глобальной заниматься. У меня есть автомобиль такого класса, как бы, как пикап. Я мог бы возить более достаточное количество и корма, и как бы еды, и мог бы заниматься этим более глобальней. Так что все, кто не против поддержать, заходим. В описании все имеется. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем пока.